Ростконцентрат – комплексное органоминеральное удобрение на основе гумата калия, обогащенного такими макроэлементами, как азот, фосфор и калий в разном процентном соотношении, а также полным набором микроэлементов в хелатной форме. Предназначен для корневых и внекорневых подкормок всех видов овощных, зерновых, ягодных культур, а также плодовых деревьев и цветов. На сегодняшний день Ростконцентрат представлен в трех формулах. Стандартный 5-5-5, азотный 15-7-7 и калийный 5-10-15. Ростконцентрат. Минимум затрат, высокий результат.